Всем привет! В этом видео я вам хочу рассказать, как заказать на сайте aliexpress.com, на что обращать внимание и, в общем-то, на весь процесс, как выбирать товар. В адресной строке пишем сам адрес, то есть aliexpress.com. aliexpress.com. Enter. Открывается сайт, я уже зарегистрирована, поэтому у меня здесь уже вот «Привет, Монет», то есть я уже даже заходила. Если я не заходила давно, то здесь будет вход и, в общем-то, нужно ввести логин и пароль. Все просто. Ну, так как я уже пошла, все, я могу уже заказать что-то. Я хочу показать на примере пилки для ногтей. Как раз я хочу выбрать пилку для ногтей, самую такую обычную, ну, хорошего качества пилочку. Может быть, несколько. Что мы делаем в первую очередь? Мы можем сразу по категориям искать что-то. Да, например, красота и здоровье, маникюр и инструменты. Инструменты для маникюра. Я могла бы здесь сразу пойти сюда. Но иногда бывает, что мы категории не можем найти соответствующие, или там нет времени, в общем-то. Мы можем просто написать здесь, в поиск. Но здесь нужно писать обязательно вот как ключевое слово. То есть, если вы напишете какое-то там сложное словосочетание или предложение, да, там какое-то, результатов может просто не быть. Постарайтесь написать здесь какие-то более обобщенные слова, потому что это перевод. Вообще этот сайт, он переведен с китайского, то есть здесь и в описании товара тоже все такое не на самом хорошем русском языке написано. То есть, поэтому нужно написать как можно проще и как можно шире область. Например, я бы здесь написала просто пилка, да, или просто пилка для ногтей. Кстати, вот последний запрос у меня уже были такие. Допустим, мы пишем здесь пилка для ногтей. Enter. Мы видим, что в результатах не только пилки для ногтей, да, и всякие разные другие предметы. Для того, чтобы более сузить уже вот это все, мы смотрим вот здесь слева. Видите, поисковик нашел вот в следующих категориях слева эти ключевые слова. Поэтому мы можем здесь уже найти то, что нам нужно. То есть это, допустим, оборудование для дизайна ногтей, скорее всего, подойдет, или маникюрные наборы. Наборы нам не нужны, и, наверное, вот здесь это будет оборудование для дизайна ногтей. И здесь открылись уже более узкие категории. Вот маникюр, инструменты для маникюра. Все, наконец-то теперь только пилки, да, разные. Мне нужны обычные пилочки, вот это вот, например, да, 10 штук. Значит, на что мы обращаем внимание и вообще как здесь распределены эти предметы. Вот здесь лучший выбор, заказы, новинки и рейтинг продавца. То есть здесь вы можете выбрать, по какому принципу отсортировать результат поиска вашего. Можно, конечно, нажать рейтинг продавца, но там могут быть предметы, которые добавились только-только, и все равно вы какого-то вывода не сможете сделать. Поэтому я, наверное, оставлю так лучший выбор, и из этого уже буду выбирать. Итак, я на примере показываю, но буду рассказывать все подробно, чтобы вы выбирали таким же образом, допустим, одежду, аксессуары, что-то посерьезнее. Например, вот я увидела пилочку, которая, ну, по крайней мере, на картинке, которую я хочу, пример. Я в первую очередь смотрю, ну, конечно, на цену, да, цена меня устраивает. Смотрю количество. Количество обычно они указывают прямо в названиях. Видите, 2 штучки, 1 штучка, 10 штук. Бывает, что в названии, вот как здесь, нет количества. Это значит, что или одна штучка, или просто в описании, уже на странице этого товара будет все расписано. Здесь я уже вижу, что это 10 штук и всего лишь 98 рублей. Меня этот товар заинтересовал. Я нажму правой кнопкой и открыть в новой вкладке, чтобы дальше еще что-то найти, какую-то альтернативу. Там у меня пока открывается, я смотрю дальше, что есть. Вообще такие параметры, как количество заказов, количество вот звездочек или рейтинг продавца вы можете увидеть здесь же. Вот мы, допустим, наводим мышку сюда, и мы здесь видим эту информацию. Это вот количество, цена. Далее доставка бесплатная, именно в вашу страну.
Далее, это звездочки именно рейтинг самого товара, то есть это хороший рейтинг, если 5 звезд, да, то есть в основном ставили оценку 5, те, кто получили уже товар. Дальше идет, это количество отзывов, то есть достаточное количество отзывов, чтобы сделать какой-то вывод. Дальше количество заказов, ну, тоже, то есть очень много заказали людей. Это идет уже рейтинг продавца. Здесь у нас 4 бриллиантика. Бриллиантик – это уже, в принципе, хорошо. Если 4 или ну, больше, это еще лучше. Сейчас покажу другие, какие бывают. Вот видите, здесь 3 бриллиантика, да? Есть и другие значки. Вот этот вот значок, он еще лучше, чем бриллиантик. То есть здесь, ну, рейтинг еще выше продавца. Есть, которые вот попроще. Вот, вот эти вот значки. Видите, баллы, 69 всего баллов. То есть это вот 3 таких значка. Здесь баллы 60 900. То есть вы понимаете, да? Чем выше рейтинг продавца, тем, конечно, лучше. Тем больше шансов, что вы получите качественный товар вовремя. Эта вся информация будет также на страницах самих этих товаров. Я просто сейчас найду какую-нибудь еще пилочку для того, чтобы были еще варианты разные для сравнения. Вот, например, эти яркие такие, значит, сколько здесь, 5 штучек, 108 рублей, в принципе, тоже нормально, можно посмотреть тоже. Ну, рейтинг 2 бриллиантика нормально, и отзывов достаточно, чтобы тоже посмотреть. Значит, тоже открываю, правой кнопкой нажимаю, открыть в новой вкладке. Ну, это вот для того, чтобы здесь не закрылось ничего. Все, переходим тогда на странички самих товаров. Первые пилочки, которые я открываю. Значит, это страница самого товара, которого вы выбираете. Здесь все те же самые есть параметры. То есть вот здесь вы видите рейтинг продавца, процент положительных отзывов. Далее, ну здесь это название. В названиях они обычно пишут ключевые все слова. То есть здесь не всегда бывает все правдиво. То есть мы смотрим здесь вот на фотографии. Есть еще вот мы нажали на вторую фотку, открылась. И показано все вблизи, очень ну, удобно, когда вы особенно какие-то мелочи заказываете. Очень хорошо, когда здесь, вот видите, размер указан 4 мм, он, в принципе, нормально. Я так и хотела, такие тоненькие хочу пилочки. Так, третья фотография, в общем-то, понятно. Справа обязательно также смотрим доставку, бесплатная доставка, да, в Россию. Цена, значит, все такое есть. Значит, опускаемся ниже. Здесь уже описание товара. Видите, вот здесь вот вкладки. Сначала мы на описании товара. Смотрим описание товара ниже. То есть здесь обычно вот характеристики товара. Здесь обычно пишут размер, из какого материала сделан товар и так далее. Допустим, когда вы покупаете одежду, здесь очень удобно смотреть, да, хлопок или какой вообще материал. Они должны написать правдивое, но это все будет ясно еще по отзывам, насколько здесь правдивая информация. Далее идут тоже фотографии вблизи, как правило. Дальше всякая информация о доставке, обо всем другом. Вы можете это все почитать. Я обычно уже не читаю, честно говоря, потому что у всех один и тот же принцип. Они отправляют нас через свою почту, потом еще через почту России до нас доходит. Я, в принципе, никогда не заказываю ничего срочного. Мне все равно, приедет через 2 недели или через 2 месяца что-то. Ну, конечно, хочется поскорее, но это не всегда зависит от продавца, то есть зависит также от почты. Здесь у них есть еще варианты других почт каких-то. Если срочная посылка, то они могут отправить по платной почте. Здесь у них условия возврата и так далее. Вы можете, конечно, со всем этим ознакомиться. Это именно условия самого продавца. Здесь все почитали, ознакомились. Дальше мы смотрим вот отзывы. Нажали на отзывы, открывается сначала, сколько, какие были поставлены оценки. Вот смотрите, только 5 звезд, это вообще супер. Бывает, что и четверки ставили, и тройки, но их мало, но тоже неплохо. Значит, уже видно, что покупатели были довольны всем. Дальше идут вот сами отзывы. Отзывы в основном текстовые, но бывают еще вот фотографии. Можете открыть и посмотреть уже, в каком виде была получена пилочка. Кроме фотографий, обязательно я читаю, допустим, в основном были довольны, все хорошо, очень быстрая доставка, все соответствует описанию, все отлично, доставка. Я вот замечаю уже, что по поводу доставки все довольны, со своей функцией справляется, через 2-3 недели вообще хорошо, хорошо упаковано, то есть все-все-все мы здесь почитаем. Но я уже вижу, что хорошие пилки, нормально, я
заказываю не телефон, все-таки мне этого достаточно. Вы можете полистать вообще все отзывы почитать. Если в основном хорошие отзывы, значит и вам тоже повезет. Дальше я никуда не захожу обычно, потому что опять-таки доставка, оплата, все бывает одинаково. Здесь вот все эти варианты, да, каких-то других доставок, кроме бесплатных, которые вот 4-8 дня даже есть. Но я этим не пользовалась никогда, поэтому ничего не могу сказать. А также вот где доставка, вот здесь вы можете выбрать. Вот то, что здесь описано, здесь вы можете выбрать другую доставку, если вам это интересно. Вот. Но я выбираю бесплатную доставку обычной почтой. Ну, для сравнения, да, я решила зайти еще на страничку других пилок. Вот мы зашли, вот опять-таки все, что я говорила, рейтинг и так далее. Опять бесплатная доставка, все такое. Толщина здесь не указана. Но я вижу, что они тоненькие. Посмотрим теперь на отзывы. Наверное, я куплю все-таки те пилки, тем более там 10 штук. Здесь, видите, есть и четверки, и тройки были. Хорошие пилочки, за такую цену не найдешь. Пилочки хорошие, все одинаковые, на пыление среднее. 5 недель. Длинное время транспортировки. Здесь уже, наверное, эти пилочки придут попозже. Домашнего использования отлично. Пришло быстро. 20 дней. В общем, здесь тоже нормальные отзывы. Но я закажу тот вариант, тот получается экономичнее. Просто же показала, чтобы вы понимали, да? Закрываю эту вкладку. Перешла к этому. Значит, я решила купить эту пилочку, да? И все. То есть я могу добавить это в корзину, потом перейти к корзину и купить там. Но, как правило, я так делаю, когда я покупаю несколько каких-то деталей, особенно несколько именно у одного продавца, то есть такого же плана. Тогда, если у одного продавца вы заказываете несколько предметов, то эта посылка одна. А если у разных продавцов, то это будут разные посылки и разные заказы. Поэтому нет смысла добавить корзину. То есть я сразу, допустим, покупаю сейчас. Нажимаю на «Купить сейчас». Итак, здесь открывается ваш адрес доставки. Я, например, буду менять его, потому что здесь адрес не мой. Я последний раз заказывала на другой адрес. Сейчас я поменяю здесь, вот, редактировать, поменяю на другой адрес. То есть это уже более подробная страница для заказа. То есть вот выберите ваш адрес доставки. Сейчас я меняю адрес. И у меня вот есть другие адреса. Выбрала я свой адрес. Опускаемся вниз. Проверьте детали заказа. Здесь смотрим опять-таки название. Сколько штук мы заказали и все такое. Значит, я выбрала. Итак, здесь уже есть мои данные, так как счет уже добавлен к Alipay. И все. Вот общая сумма. Подтвердить. И оплатить. Нажимаем. Все, мне сразу пришла смс-ка, что сняли деньги. То есть все, я заказала пилочку для ногтей. Я, конечно, очень долго все это рассказывала, но на самом деле все происходит очень быстро. Если вы просто поймете эти принципы, как выбрать товар, как потом их сравнивать, смотреть на что, почитать немножко отзывы, нажать, купить и все. Все это, в принципе, быстро происходит, если это вы сделаете, уже несколько раз делаете. Спасибо большое за внимание, надеюсь, была кому-либо полезной. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. И подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить ничего интересного, чтобы видеть мои покупки с того же AliExpress.